Болгарская сказка «Ай да воробей». Сел воробей на старый плетень из колючего терна, сидит, на ниточку бусу нижет, а одна бусина возьми и упади в терн. Упала и нет ее, затерялась. Воробей искал, искал бусину, не нашел и крикнул: «Эй, плетень, найди мою бусину, не то скажу огню, чтобы он сжег тебя». Плетень засмеялся: «Пойди скажи». Воробей говорит огню: «Эй, огонь, сожги плетень. А чего тут большие буковые жечь-то? Мне нужны большие буковые деревья, тогда и пламя будет хорошее. А тут и гореть-то нечего. Так трухлявый плетень из терна, только шипы уколюсь», — ответил огонь. «Вот скажу реке, она тебя загасит», — погрозил воробей. «Скажи», — засмеялся огонь. Воробей крикнул реке: «Эй, реченька, залей огонь». «Ни к чему мне это», — ответила река. «Я бегу по белым камушкам, мою их, глажу, радуюсь. Такие они белые, такие они чистые. А что с ними станет, если пойду огонь заливать? Обгорят мои камушки, обгорят мои чистые, почернеют. Нет, меня огонь не трогает, не пойду его заливать». «Вот скажу буйволу, он выпьет тебя», — закричал воробей. «Пойди, скажи», — засмеялась река и продолжала свой путь. Подлетел воробей к буйволу, сел ему на рога. «Буйвол, буйвол, выпей реку, прошу тебя». Буйвол только хвостом отмахнулся: «Вот еще, стану я воду пить. У меня трава вон какая сочная. Нет, не нужна мне вода». Рассердился воробей, пригрозил буйволу: «Да знаешь ли ты, буйвол, я пойду волка кликну, он тебя мигом съест». «Найдешь волка, зови», — сказал буйвол и продолжал пастись. Нашел воробей волка: «Эй, волк, поди съешь того буйвола». «А зачем мне буйвол?» — засмеялся волк. «Я люблю молодых ягнят, их мясо нежное, а буйволово жесткое». «Вот скажу овчару, он на тебя собак натравит», — рассердился воробей. Волк так злобно сверкнул глазами и лязгнул зубами, что воробей, птица малая да слабая, едва долетел до овчара и сквозь слезы сказал ему: «Овчар, овчар, натрави собаку на волка». «Я своих собак каждое утро сытно так кормлю, а по вечерам даю им большие ломти хлеба. Зачем им зубы, а волка тупить? Волк и так их боится, близко не подходит», — сказал овчар и занялся своими делами. «Ах так? Вот скажу мышам, пусть флочки грызут твою торбу с припасами». И воробей как закричит во весь голос: «Эй, мышки, идите торбу этого вчера сгрызите». Мышки отозвались: «Мы сегодня белую да спелую пшеницу едим. Не станем мы какую-то торбу зубы ломать. Скажу кошке, чтобы она вас съела». «Ну что ж, скажи. Только ведь нас еще поймать надо», — засмеялись мыши. Сел воробей на окно и просит: «Кота на красана, поймай мышей, они пшеницу едят». «Ох, только не сегодня», — промурлыкала кошка. «Хозяйка к обеду нажарила такие вкусные котлеты. У меня совсем нет охоты гоняться за какими-то мышами». «Вот скажу хозяйке, она тебя кочергой угостит». Сел воробей хозяйке на плечо: «Хозяйка, хозяйка, гляди-ка, вон кошка ест котлетки. А ведь ты их сготовила своим деткам». Схватила хозяйка кочергу, да по кошке. Кошка погналась за мышами. Мыши напали на овчарову торбу с припасами. Нечем стало собак кормить. Овчар натравил их на волка. Волк со страху побежал, куда глаза глядят, и наткнулся на буйвола. Кинулся буйвол от волка спасаться, выбежал к реке. Увидел чистую да быструю воду и принялся пить. Испугалась река, что буйвол выпьет всю воду, бросилась в сторону и плеснула на огонь. А огонь, убегая, плетень подпалил. Запылал сухой плетень, в один миг сгорел. Тогда воробей поискал потерянную бусину, нашел, спокойно уселся на обгорелый пенек и стал продолжать на ниточку бусы нанизывать.